Здравствуйте, с вами Бравкович Татьяна. И сегодня мне хочется рассказать о шампуне «Бархат». Вы знаете, вот я сейчас нахожусь в офисе в Сокольниках. Очень офис мне понравился, это центр обслуживания. И вот шампунь «Бархат», я им ни разу еще не пользовалась, но я сейчас только что услышала от клиента просто шикарный отзыв. Я ее мило попросила, чтобы она рассказала об этом шампуне. Вот смотрите, вот такой вот шампунь. Вот. Я вам сейчас даже, знаете, наверное, прочитаю, из чего он сделан. Вот. И здесь у нас в этом месяце на него есть акция. 280 рублей. Вот он 350 стоил. В этом месяце он по 280 рублей идет. И сейчас я вам... А вы знаете, здесь состав... Ага, сейчас вот мне клиентка помогает. Вот. Так, во, все, сейчас мы... ну ладно. Так, значит, ну, чтобы вас не обманывать, я вот так вот... Ладно, в общем, я вам вот эту картинку покажу и прочитаю. «Бархат» – восстанавливающий двухфазный шампунь. Растительная формула великолепно очищает волосы и кожу головы. Шампунь восстанавливает структуру волос, делает ее более сильными и блестящими, способствует насыщению питательными веществами. Перед применением смешайте два слоя шампуня, то есть нужно этот флакончик надо встряхнуть. Вот здесь написано, энергично встряхнув флакон. Значит, активные растительные компоненты. Гидролизованные протеины пшеницы, овса, ржи, масла рапса, облепихи и норки. Комплекс растительных экстрактов эндемикс. Это у нас экстракты сагандайля, элеутерокока, красные щетки, моралевого корня, байкальского шлемника. Вот я вам сейчас попытаюсь это... Ну, вы знаете, не получается у меня вот это дело сфокусировать. Вы когда купите этот шампунь, либо зайдете на сайт и там все это посмотрите. А вот сейчас послушаем отзыв нашего клиента. Расскажи, пожалуйста, что это за шампунь, что ты ощутила и какой он? Ну, во-первых, он по своей консистенции, он совершенно на шампунь не похож. Он скорее как корень, как бальзам, как эмульсия. Ага. Перед тем, как его носить на волосы, его надо встряхнуть. Так. Взять немножечко небольшое количество. Он экономный. Да, очень экономный. На влажные волосы нанести. Пенится прекрасно, смывается тоже хорошо. И волосы после него даже не требуют бальзама. Вот, видите, он даже не требует бальзама. То есть волосы становятся мягкими и шелковистыми. Вот. Вот правильно сказала, что он самый лучший? Самый лучший пока из всех, которые я пробовала. Вот, я перепробовала все шампуни, вот кроме этого «Бархата». Но знаете, в чем прикол? Вот сейчас хотела взять для себя, ведь и акция, а нету. Вот так вот. Закончился, нету. Вот, так что, дорогие мои, оформляйте регистрационный номер и бегом в офис за шампунем. Бегом. Только нужен обязательно регистрационный номер, который дает скидку от 5% до 25%. Любите продукты сибирского здоровья, много покупаете. Компания обыкновенным клиентам деньги возвращает 25%. Если вы в течение месяца набираете на 3500 рублей в течение месяца текущего, то вам вернутся 25%. И вы на них, вот на эти 750 рублей, можете купить все, что угодно. Ну, естественно, в размерах этой суммы. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов.